Катя, начинаем. Давайте. Так, кому свой вопрос? Ну, Юля? Юля, по-моему. Да. Вот смотрите, вот здесь написано, где она находится, и там снизу еще написано... Профессия. А это не важно, это, да. Это пофиг. Усложнение игры, которое нафиг не нужно. Ты, короче, типа, можешь о своей профессии задавать вопрос просто. Вот кем ты являешься. Давай. Так. Кто нужно ли владеть каким-то навыком, чтобы быть на это, пребывать в этом месте? Это ты кому вопрос? Юля. Конечно, да. Да. Угу. Хорошо, Юля, теперь ты Олегу. Я вопрос, получается, кому? Олегу. Олегу, да. Олег, давай тоже по цветам с тобой пройдемся. Какой бы ты выбрал? Красный, черный или голубой? Голубой, наверное. Угу. Давай дальше. Какая одежда у людей, которые там находятся? Какое состояние одежды? Это я кому задаю? Славе, Слав. Славе разве? Да. Какое состояние одежды? Слушай, как и в любом другом месте, оно может быть разное состояние одежды. Угу. Речь идет о состоянии? Ну, состояние одежды, типа, как она покоцана. То есть ты сейчас своим вопросом, мне кажется, она может быть покоцана. Чё? То есть шпион сейчас должен задуматься, да? Коричневые портки. Чё вы все палите? Ёлки-палки. Сейчас Слава сразу все просечёт. Да, Слава? Не, я могу ещё время тянешь? Я могу ещё раз вопрос задать. Время тянешь. Давай, Лёш. Давай. Уже голосовать. Давай, погнали, Лёш. Давай. Обезьяна. Птица. Собака. Птица. Или медведь. Птица. Хорошо. Птица. А я задаю вопрос. Кому я задаю вопрос? Финарготу? Угу. Финаргот. Вилку в глаз или в жопу раз? Вилку, конечно же. Так. У меня подозрение, это либо Олег, либо булочка. А че у меня кто-то улыбаешься? Я сейчас Кате, да, задаю вопрос? Да. Так. Ну, кому угодно, сейчас уже, по-моему, круг кончился. Не-не-не-не-не, на тебе как раз кончится. Да. Так. Так. Блин, сейчас. Максим, ты можешь не ставить смайл-мод, потому что, типа, какой смысл, если... Только я стримлю, никто не спалит. Финаргот еще стримит. Не, я еще стримлю. А, да? Для тебя и ставят. А, для меня? Так у меня экран, типа, только этот, с вашими вебками. Блин, что-то у меня вообще вылетело все из головы. Хорошо, Катя, с каким актером у тебя ассоциируется эта локация? Сейчас я забыл, как его зовут. Ну, мне кажется, просто... Он, по-моему, это Джонни Депп. Сейчас, подождите, сейчас я подумаю. Сейчас, подождите. Подождите. Или это не Джонни Депп? Подождите. Я думаю, это... Да все. Подождите. Да, это Джонни Депп, это Джонни Депп. А. Че, булочку? Согласен. Ну, типа, я про Олега не уверена, если честно. Да. Кать, не надо так очевидно отвечать, блядь, Джонни Депп. Нет, блядь, капитан Джек Воробей, ну что? Кого вспомнил, того и сказала. Много где снимался. Если что, я уже ответил, что это пиратский корабль. Так ты шпион? Да. А ты нажал на него? Блин. А у нас идет еще. Ну что, нажми еще. Я не знаю, я нажал. Давайте быстрее Финаргота выгонять нахуй. Выгоняем Финаргота. Успеваем. Я нажал, он зачеркнут просто, что происходит. Все, обвиняем, скорее обвиняем. Быстрее. Отожми. Шпион пойман, ура! Отлично, Dream Team, ребята. Dream Team. Так, хорошо, сейчас локация. Нет, блять, хайп хаус нахуй. Везде, короче, крайняя я. Почему мне вопрос это не задаете? Я причем думал вас потроллить, задать вопрос про этот, про Pirate Bay, там что-нибудь такое. Ладно, давайте. Суперфаст.
Сейчас кто начинает? А на ком мы закончили? Ну пусть опять так же. Слава, Лёша, я. Потом Олег. Давайте, давайте, задавай вопрос. Ну что, Дим, думаешь? Красный. Все, Слава не шпион. Как дела? А что он сделал? А, я поняла, все. А ты уже задал вопрос, типа, да? Так, это кому вопрос? Я только поняла. Вопрос Лёше. Лёш, вопрос тебе. Я не знаю, как на него ответить. Ну, типа, как дела? Угу. Хорошо. Лёша красный. Так, мне. Финаргот. Угу. А в этом месте тебя могут обслужить? Ну, почему бы и нет? Я задам вопрос Олегу. Ты вот как считаешь? Ну, вот, дрочить нужно, ну, чаще одного раза в день? 4 раза в день. Либо, ну, где-то около 3-4, где-то так. Кому я сейчас задаю? Булочки. Мне. Сколько там максимум человек в одной компании находится? Какая компания? Веселая или нет? Что это за ответ? Честно, я даже не выкупила. Катя, тебе вопрос. Давай. А, ты часто бываешь в таком месте? Ну, не то чтобы часто, но бываю. Так, теперь я задаю кому вопрос, кому угодно? Я думал, сейчас Слава будет в Катю голосовать. Ага. Нет. Тебя не слышно, Слав. Опять не слышно? Ага, да, не слышно было. Я задаю вопрос Диме? Кому хочешь? Не-не-не, ты задаешь вопрос Славе, и тогда мы у нас... Я просто думал, где хочешь. А, Слав, тебе вопрос. Сейчас. Как ты был там последний раз? Да, он пытается спалить инфу. Не-не. Я-то прекрасно понимаю, что это за место, я вижу, что написано, я просто думаю, что в критерии этого места входит. Я спрашиваю, как давно ты там был? Я думаю, для Финаргота не должно быть вопросов после первого у него. Я тебя спрашиваю, когда ты там был последний раз, ты что, юлишь? Во-во, не надо, не давай инфу, я думаю, что она шпион на самом деле. Я вчера там был. Что происходит? Не знаю, у нас время кончается. О, да, да, обвинить нул, да, согласен. Да это не я. Это не я, я серьезно говорю. Задайте мне вопрос хотя бы. Так. Кто задает? Вас ухуяйте в Катюху. Слава, кому хочет. Ну как хотите, можете задать вопрос. Слава, кому хочет, сейчас спрашивает. Да. Это не Катя была? Да не я была. А что вам не понравилось в моем вопросе? Нормальный вопрос. А кто был? А я могу предположить, что это такое? А ну хватит меня винить. Ресторан. Да. Да. Слава, а что я? Почему? Первый раз, когда я голосовала, короче, когда... Алексей, это было правильно. Да, когда, Слава начал мычать, я сразу вспомнил фрагмент из ресторана. Из этого, из фильма. Когда... Ну, да, а почему выбрал не то? Когда я спросил про обслуживание и сказали, то у меня про ресторан усилилось. Но потом какие-то вопросы размытые стали у вас. Так я не вот поняла. Я про дрочку как раз сказал, что... Не, про дрочку прикольно понял, было. Мирный. Так я не поняла, а что вам в моем вопросе не понравилось? Ну, потому что как бы... Мы просто перестраховали, вопрос... чтобы ты инфу не собирала. Мало ли ты была шпион. Показалось... Я тебя красиво Олега. Ой, да ну вас, ладно. Давайте. У нас профессиональный уровень игры, блядь. Давай, ага, да, видимо. А, Слава? Ну давай, Слава. Блядь. В другую сторону, давай Олегу. У этого заведения, или же места, или же локации, может быть охранник? Да. Я кому сейчас вопрос? Кате можешь. Давай.
Ну? Слав. Олег, какой вопрос? Так, сейчас я думаю над вопросом. Это место находится в городе, либо за городом? Слушай, я хз, где именно это место находится. Может быть, и там, и там. Над городом. Что? Давай, задавай. Так, кому свой вопрос? Да нет, да подождите, вы хотя бы поинтересуйтесь. Ладно, кому вопрос задавать? Задавай мне. Кто там у тебя? Так, сейчас. Сейчас. Скажи, пожалуйста, в этом месте можно поесть? Ну вы сейчас профукаете, это вам... Ну блин, я специально это сказала, чтобы запутать. Да, можно, почему? Думаю, да, есть. Все, давайте дальше, давайте, у нас еще 5 минут. Ты мне, потом я Лёше. Хорошо. Ты бы выбрал... Блин. Что бы ты выбрал? Очень населенный город, либо такую, знаешь, деревушку? Я бы деревушку выбрал. Это Финаргот. Что Финаргот? 100%. Круг закончился, я могу задавать вопрос. В школе расскажешь. Финаргот, давай. Сейчас, я Лёша. Сейчас. Давай, это вопрос. Стоп, подождите, а мы же уже голосовали, а голос засчитался? Или... Да подождите, у нас еще 5 минут, давайте голосуйте, договоритесь, задавайте вопрос. Так дайте мне вопрос задать сейчас. Да. Сейчас он спросит. Алексей, а кинематографу какой страны вы бы больше отнесли данную локацию? Кинематографу? Ну, наверное, больше все-таки американский, наверное. Стиль такой. Хорошо. Так, круг закончился? Да, по-моему, да. Нет, на Славе закончился. А, сейчас Славе? Слава, в это место сложно попасть? Смотря кем ты вот хочешь попасть. Ну вот просто как человек я туда вот хочу прийти. Сложно туда попасть или нет? Просто зайти вот туда? Ну да. Как глубоко ты хочешь туда зайти? Ну, я всегда хочу поглубже, но в данном случае, например, пройти внутрь я могу без каких-либо проблем. Бля, Лёш. Ну ты, может быть, и можешь, если речь идет. О простом человеке, то хуй его знает. Я не знаю, я хорошо. Там ни разу не был. Задай Финаргот вопрос. Давай, Слав. Я угадал? Нет. Что? Нет. Да не угадал. Это... Я тоже подумал, что это Ол, я же говорила. Это был... Я забыл уже, что посольство, это было. Посольство. А что ты нажал, Финаргот? Да. Я казино нажал. Понятно, почему он спросил про город. Как я завуалирован, бля, отвечал. Да не, нормально. Давайте, погнали. Так. Давайте, время пошло. Давай я сдам. Давай. Так, кому сдаю? Кому сдаю? Нормально слышно? Булочка. Да. Максим. Напиши ВК, пожалуйста. Как ты считаешь? Ладно, так спрошу. Мужчина или женщина? Женщина. Хорошо. Так. Я бы мужика выбрал. Булочка, теперь ты кому? Я бы тоже. А я не знаю. А тот, кого по кругу? Да кому не, кому хочешь. Давай мне. Ну, или вы как непонятно, бля, сдаете, если честно. Я не понимаю, как круг идет просто. Я тоже не понимаю, как у вас круг идет. Да давайте булочка сдает Олегу. Там круг рандомный. Окей, Олег. Угу. Сюда можешь попасть много людей? Или в маленьком количестве? В маленьком количестве. Так, задаю вопрос Славе. Да, Славе. Ага. Ты, Кать, смотри, у себя на стриме ты видишь, как камеры расположены? Да, я ты, по ней говорю. Ты веди нас по часовой. Давай, хорошо. Сейчас пошли против часовой, но в следующий раз обязательно. Можно ли там полностью раздеться?
Чтоб жопа видна была. Это мне? Угу. Слушай. Хуй знает. Ну, в смысле? Как-то абстрактно. Ну, я бы не хотел, чтобы мою жопу там было видно. Ладно, давай, Слава, задавай вопрос. Алёша. 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 Алёша, это диагноз. Не-не-не, Лёша уже задавал же булочки. Не задавали тебе, Катя, мне? Давай тогда, Лёша. Кать, ну давай тогда так. Стафилококк, ротавирус или хеликобактер пилори? Ты дурак, я... В смысле? Что? Последнее, это вообще что за животное? Это бактерия кое-какая, которая вызывает, так сказать, гастрит. А первое еще раз, что за бактерия? Что ближе к этой локации? А первое еще раз какая? Стафилококк. Это очень странно. А кто-то знает ответ правильно? Стафилококк, это что же, типа... если что-то схавал не то. Не. Что стафилококк значит? Кок. Я не знаю. Короче, кок. Ладно, стафилококк. Я выбираю кок. Я вижу корень кок, я выбираю стафилококк. Найс кок. Найс кок, дюд. Слушай, ну я, конечно, гадость, но мне кажется, что это, типа, не совсем... Ну, хотя хз, ладно. Дима, скажи, пожалуйста. Стол сломался, нахуй. Сейчас. Бля, какой же мой ебищный. С какой проблемой ты бы обратился туда? Со стафилококком. Не, ну а что вы смеетесь? Ну. Дим. Ну да, я думаю, как ответить, но просто если я напрямую отвечу, это типа... Шпион сразу берет и называет локацию. Давай, давай, Дим. Я бы обратился туда с проблемой в почках, не знаю. Еще один стране другого, еще ни хера не понимаю. Ну, я если потому что отвечу как есть, это типа ГГВП сразу. Так как есть. А я задаю вопрос Лёше и Лёше всем, да? Давай. Ой, ну кому хочешь. Давай, давай. Так. Чё? Чё, я думаю. Давай, давай, Диман, думай. Пока мы тебя не выгнали, блядь. Да. Хороший вопрос, постарайся задать. Слушайте, Алексей, а вот вы готовить любите, ну, вот, пищу на сковороде с маслом или без? С маслом. Я понял. А для Кати вопрос. Давай. Задувка происходит. Давай скорее, только времени осталось мало. Сейчас. Хорошо, сейчас. Давай так. Ноги человека, ноги животного или ноги пришельца? Ноги человека. Слав, теперь я тебе задам вопрос. Слышно меня? Не. Скажи, блин, пожалуйста. Это булка, скорее всего. Если бы... Блин, сейчас... Сложно, да, типа, и думать, какой вопрос задать, и еще локацию выбирать какую-то. Да, сложно, согласен. Давай подумай. Давай, любимая. Скорее, скажи, пожалуйста, тумбочки или столы? Что мне больше нравится? Нет, ну, тумбочки скажи. Или столы выбери. А ты кто что это? Подумал после этого? Кто это? Ты на работу ходил? Не, кто? Да, нет, я это булочка. Правильно ответила. Блин, а я же говорю, блин, да, нет, да. А что ты нажала? Ты неправильно. А, ты неправильно. Серьезно, это булочка была? Это булочка была? Слава, а почему-то стафилококк?
Я думал, это слава. Потому что стафилококк а это фурункул и прочие кожные вот эти заболевания вирусные. Ну, они не только, ну, бывает снаружи. Я вообще не... Ну, я подумал... А ротавирусная и хеликобактер не может быть. Но это внутри, снаружи. Я поэтому... Я просто не поняла, типа, я думала, ты что-то ошибся. Ладно. А, это был... Это был, 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 забыл, что было это. Это Спасалон был. Спасалон, да, был. Спасалон, да. Ладно, давайте.